Бывшая правящая республиканская партия Армении, с одной стороны, начала подготовку к предстоящим неочередным выборам, с другой пока не знает, в каком формате будет в них участвовать. Об этом пишет в четверг ереванская газета «Грапарак», передает канал 13. Ссылаясь на свою информацию, СМИ отмечают, что республиканцы оказывают давление на председателя партии Сержа Саргсяна, заявляя, что в случае отказа от участия в выборах РПА выпадет из политических процессов в Армении. А главный вопрос заключается в выборе формата, особенно с учетом того, что экс-президент Армении Роберт Кочарян также вступает в игру. Республиканцы практически исключают возможность создания блока с Робертом Кочаряном, хотя многие представители РПА не скрывают своих симпатий к экс-президенту и готовы работать в его пользу, особенно те, кто остался недоволен Сержем Саргсяном после последних парламентских выборов. Неизвестно также, кто возглавит предвыборный список РПА, поскольку Серж Саргсян заявил, что не намерен покидать политический окоп, но в то же время не претендует на активную роль в политике, то есть на первый номер в списке. В этом плане республиканская партия оказалась перед непростым выбором, кого указать первым кандидатом в премьеры, пишет издание. В свою очередь глава РПА Серж Саргсян отказался говорить на данную тему. «Посмотрим», – сказал экс-президент в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, как проявится его роль на предстоящих парламентских выборах.